Сейчас протестируем такие мышцы пояснично-подвздошные. Сначала пояснично, дойдем до туда через живот. Конился, да? Так, сам так ничего не делай. Я вот проникаю глубже, глубже, глубже. Прям через живот, до внутренней стенки, возле позвоночника. Сейчас еще пройдем. Нормально, не больно, не болит. Так, вот они, нащупали их. И теперь вращаю ногу. Не ты вращаешь, а я. Немножко сейчас ее нащупаем. Вот она заработана. Нормально? Угу. Вот так. Вот напрягается, же чувствуешь? Да. Вот мы ее там стимулируем, она там шевелится, извивается, как будто бы ужа прижали, знаешь, к земле, и он такой пытается вырваться. Вот там спазм где был, вот он. Вот выше. Ну все, расслабился, видишь? Теперь пониже. Здесь нормально, да? Все, он его отпустил. Так, теперь здесь. Пониже живота расслабился. Расслабился ниже живота, вот видишь. И теперь подвздошно, это прям под вот этой косточкой. Отпускай ногу, держи вот так. Прям под вот этой косточкой, да, вот туда надо внутрь залезть, пропускай меня. Пропускай, пропускай, пропускай. Сейчас мы ее прижму. Вот она, да? Не больно? Нет, терпимо. И теперь работай. Нет, сам не делай. Видишь, сразу напряглась. Оп, и расслабилась уже. Оп, вот он фокус, видишь, сразу расслабилась. Вот она. Ох, нога стала раскрываться, видишь? Практически на стол ложится. Отпускаем, теперь проверяем эту паховую мышцу. Офигеть, она так давно, тут почти тянула конкретно, да? Всегда. Вот сейчас видишь, уже не болит. Да. Здесь прям как будто струны, да, натянуты были. И вот эта мышца. Тоже нормально, да? Вот, это запирательная мышца, еще можно вот с этой стороны посмотреть. Как раз она отвечает за половую функцию, может спазмировать у мужчин предстательную железу, у женщин стенки влагалища, так что становятся менее чувствительными, болезненными даже становятся. Мышцы спускания также болезненные. Ну, нормально работает, да? Не больно? Нормально, да. Так, вот здесь? Да, вот здесь так, ну, как-то. Вот есть, да? Тогда вот эту точку сейчас прожмем. Триггерная точка. Тонкая работа с очень глубокими мышцами, о которых редко какой массажист знает, но мы-то знаем. И Олег Алабудвин на своих тренингах этому обучает. Поэтому подписывайтесь, будьте всегда с нами, и еще в следующих видеороликах узнаете еще кое-что новенькое. Пока-пока.